час. Сегодня понедельник, 31 октября, начало новой недели и последний день этого месяца. Замечательного месяца сегодня для меня вдвойне радостный, приятный день, помимо того, что начало недели, еще день рождения моей доченьки младшенькой. Поэтому я в прекрасном настроении, чего и вам желаю, хорошего вам дня, успешной такой продуктивной недели и всего самого-самого хорошего. Ну что ж, это очередной обзор по основным валютным парам. На экране у нас пара евро-доллар. Какие ожидания у нас по этой паре на эту неделю? Значит, смотрите, я провела трендовые линии, разворотные линии дня и разворотные линии недели изменились. Ну вот смотрите, значит, вот, видите, как отработало, если там уменьшить чуть-чуть и переключить даже на, вот на пятнашко, чтобы увидели на открытии, вот, как мы четко линии пошли вниз, откатили, протестировали линии, и сейчас вот пришли к этой другой трендовой линии. У нас получилось, вот посмотрите, два таких канала нисходящих, получилось два нисходящих канала, вот один поуже и вот другой пошире нисходящий. Я думаю, что хотя и получилось у нас два таких нисходящих канала, эту неделю, возможно, все-таки мы будем вверх. Но я предполагаю, что месяц у нас будет нисходящий, но вот смотрите, эта неделя пойдем вверх. Возможно, мы сегодня еще опустимся до разворотной линии недели. Это 0.92.51. Вот чуть выше сегодняшняя разворотная линия дня. Это 1.09428. Мы практически пришли к, ну нет, еще вот чуть-чуть ниже. Хотя, возможно, что мы даже можем ниже и не пойти. Можем дойти до вот до этого уровня 1.09483 и продолжить движение вверх. Но, возможно, и пробой. Если мы пробьемся ниже разворотной линии дня и закрепимся, придем тестировать еще раз, повторюсь, разворотную линию недели, это 0.9251. И, возможно, придем еще раз протестировать волшебный индикатор, который находится на уровне 1.09017, где-то 20, вот так. Вот, вот такие ожидания на эту неделю. И прежде чем пойти вниз, возможно, мы пробьемся, придем к разворотной линии месяца. От нее зависит, куда пойдем в этом месяце. Прорвемся. Разворотная линия месяца находится на 1.10408. Вот, и вполне вероятно, что мы двигаемся сюда, будем на этой неделе двигаться к разворотной линии месяца. Повторюсь, 1.10408. Ну, вообще можем до этого уровня, до 1.10903, где-то вот сюда мы можем как бы потелепаться туда-сюда, чтобы закрепиться либо выше, либо ниже разворотной линии и дальше определить тренд на следующий месяц. Вот. Ну а пока что вот такие ожидания. Я думаю, что мы можем прийти сюда до разворотной линии недели и пойти дальше до вот разворотной линии месяца. Вот именно вот эту неделю. Но посмотрим. Вот. Потому что и здесь она соприкасается, пересекается с целью. И вот следующая цель, повторюсь, следующая цель, если мы закрепимся, то есть если мы, ну, выше разворотной линии месяца, следующая цель мы можем до 109.53, вот где-то сюда. Вот такие ожидания на этой неделе по паре евро-доллар. Ну а на сегодня, в принципе, я повторюсь, что вполне вероятно, вот прямо от этой линии, от этого уровня 0.9551, поднимемся еще раз, возможно, сюда протестируем, либо вот
где-то на 0,97-20-30, где-то вот так вот, и пойти дальше. Ну, вот такими волнами прийти к разворотной линии недели. Ну, для начала к разворотной линии дня это 0,94-28, а потом 0,92-51. Ну, а ниже чуть-чуть находится волшебный индикатор. Все возможно, что то, что восходящее, то, что цена пошла вверх в пятницу, возможно, сегодня будет работать в откат и пойдет вверх. Посмотрим. Вот пока что мы идем вниз, если посмотреть на минутках, то есть мы находимся вот ниже волшебного индикатора, но вот здесь такой достаточно серьезный такой уровень, и все зависит от него, вот пробьется, закрепится ниже, значит будет еще дальше вниз. Ну, повторюсь, что здесь вот трендовые линии, которые я нарисовала, они в принципе прекрасно отрабатываются, но пока что движение вниз, то есть, по крайней мере, я думаю, до разворотной линии дня, либо даже до разворотной недели мы сегодня можем прийти. Вот такие ожидания по паре евро-доллар. Следующая пара у нас. Пара доллар-франк. Итак, какие ожидания у нас на этой неделе по паре доллар-франк? Ну, посмотрите. Хоть и нарисовалось у нас два, прошу прощения, два восходящих канала, ну, в противовес как евро-доллар, так и доллар-франк, показывает, что на неделях у нас, в принципе, нисходящий тренд, хоть и нарисовались, но мы, возможно, оттолкнемся от нижних границ каналов, и, то есть, протестируем их и пойдем вниз. Ну, как и в случае с евро-долларом, мы можем подняться до разворотной линии недели, это 0,992,51. Вот, чуть ниже разворотная линия дня 0,990,28. И вот мы практически чуть-чуть находимся выше разворотной линии месяца. Это 0,986,35. Вот, значит, вполне вероятно, что мы поднимемся до разворотной линии недели и дальше продолжим движение вниз. Но здесь есть один такой маленький нюанс. Здесь очень, хоть и показывает нисходящий тренд. Посмотрим на месяцах, что нам покажет. Завтра поменяется, там все будет начало нового месяца. Завтра я еще скажу по этому поводу. Здесь очень сильный такой уровень поддержки, вот скопление мувингов, видите, прямо сильное скопление, вот здесь очень сильный уровень поддержки на 0,983,62, и вот зависит от него, вот, закрепимся здесь, ну, возможно, и развернемся, и пойдем дальше вверх, но для того, чтобы конкретно обозначить нисходящий тренд, мы должны вот этот вот уровень поддержки, вот это вот скопление мувингов пройти и закрепиться ниже. Вот, ну, посмотрим, пока еще вот мы не дошли до этого уровня 0,983,62. Такие ожидания на этой неделе по паре доллар-франк, ну а на сегодня, ну, повторюсь, что вот видите, мы, возможно, даже в таком маленьком диапазоне вот между нижними границами, между нижними линиями вот каналов, которые нарисовалось. Но, возможно, вот сюда мы пока идем, сейчас посмотрим на минутках, куда мы пока. Мы пока вот оттолкнулись от волшебного индикатора, закрепились как бы выше. Возможно, мы все-таки пойдем вверх, дойдем до 0,990,28, это разворотная линия дня. Ну, пробьемся, закрепимся, возможно, все-таки сегодня и отработаем и разворотную линию недели 0,992,51. Вот такие ожидания. Ну а в пятницу, видите, мы дошли до разворотной линии месяца. Это уже новая разворотная линия месяца. Посмотрим.
Итак, на очереди у нас следующая пара. Фунт-доллар. Какие ожидания у нас по паре фунт-доллар? Ну, смотрите, у нас нарисовался такой нисходящий канал. Если мы посмотрим, то тут тоже непонятно. Идет вроде пересечение наверх на эту неделю. Вполне возможно, что мы пойдем эту неделю отработаем. Вот пойдем, здесь же находится 1.217.53, разворотная линия недельная. Здесь же практически разворотная линия дня сегодняшнего. А вот цель, я думаю, что мы можем пойти до 1.234.99. Это будет разворотная линия месяца. Все зависит от нее. Так, что будет в следующий месяц, что покажет нам ноябрь месяц. Мы закрепимся выше, значит, пойдем вверх. Еще мы можем сюда вполне прийти на следующий месяц, откатить, да, либо продолжить движение вниз. Но пока, по крайней мере, вполне возможно, что вот видите, эту неделю нарисовался такой нисходящий тренд, но здесь пересечение. Мне кажется, что мы больше предпосылки все-таки вверх к разворотной линии месяца, так как завтра начинается новый месяц. Ну а на днях мы можем, видите, что у нас получается, можем сегодня потелепаться, скажем так, между волшебным индикатором, но чуть выше вот линия канала, можем вот телепаться в этом диапазоне туда-сюда. Здесь разворотная линия дня 1.216.71. Чуть выше, я повторюсь, 1.217.53 разворотная недельная линия. Чуть выше еще волшебный индикатор. И еще немножко выше линия, трендовая линия 1.221.86. Вполне возможно, что мы сюда. Хотя, вот видите, пока находимся ниже. Но на минутках мы тоже ниже. Пока предпосылки как бы вниз идем. Мы, возможно, идем отрабатывать разворотную линию дня. А возможно, прямо и отсюда развернемся, еще раз пойдем тестировать вот линию канала, который мы нарисовали. Я нарисовал, вернее. Ну вот это такие ожидания по паре фунт-доллар. И на очереди следующая пара у нас. Пара доллар-иена. Какие ожидания у нас по этой паре на эту неделю? Ну, тренд у нас показывает, как бы идет на пересечение, сменится на нисходящий на эту неделю, но еще точного такого нету. Хотя у нас, видите, канала два нарисовались канала, они оба восходящие, но не очень большая такая амплитуда движения. Но здесь же опять-таки мы тестируем. Вполне возможно, что мы можем прийти до, вот, если мы посмотрим, где-то 106-212, можем сюда прийти, отработать на этой неделе, но можем дойти и до, как бы, серединки. Я всегда повторю, что если что-то непонятно, делим канал, всегда, который ближе, делим канал посередине, вот так вот. Так, но это не середина. Ну, где-то вот так вот. Вот делим канал посередине, и вот где-то вот здесь мы можем дойти сюда и развернуться вниз. Это 60, это 105.318 здесь где-то. Ну, получается, серединка канала. И отсюда развернуться вниз. Но мы можем... Все зависит от разворотной линии недели. Недельная разворотная линия – это на уровне 104.672. Будем держаться выше ее, значит, пойдем еще вверх. Закрепимся ниже, значит, пойдем отрабатывать разворотную линию месяца. Это 103.495. Вот такие цели по паре доллар-иена на эту неделю. Ну, либо даже, я повторю, что мы можем дойти до 106, 60, 70, где-то вот так вот. Потому что можем отработать вот весь этот канал нижний, да, скажем.
Что ожидает нас внутри дня на сегодня? Ну, опять-таки, повторюсь тоже, видите, мы можем тоже потелепаться, потому что чуть ниже находится волшебный индикатор, здесь же находится граница канала, здесь же пересечение идет с разворотной линией, то есть сегодня еще может не быть такого однозначного там прорыва где-то, чтобы показать, куда неделя будет двигаться. Пока что мы находимся выше волшебного индикатора, то есть мы двигаемся вверх. Вот, как только мы пробьемся ниже, закрепимся ниже разворотной линии недели, ну и получается, соответственно, практически здесь же они двигаются на пересечении с волшебным индикатором, возможно, пробьемся ниже, значит, пойдем вниз. В любом случае, надо идти за ценой. Вот, а я благодарю вас за внимание, желаю вам ураганного профита, продуктивной недели. Всего вам самого-самого хорошего, доброго, красивого, радостного. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы. С вами была Анастасия Час, и пока-пока, до следующего видео.